приезду мэра Алексея Костусева дворик по улице Канатной увешали шариками, подготовили выступление детей и заварили чай в самом настоящем самоваре. А вот привести в порядок соседние полуразрушенные здания, по всей видимости, не успели. Обрушившиеся фасады на манер потемкинских деревень завесили зеленой маскировочной сеткой. Ничего вам не могу ответить по этим зданиям, по одной простой причине, потому что у меня стояла здесь одна определенная задача — сделать асфальтные работы и превратить этот двор в то, что вы сейчас видите. Спасибо Костусеву. На ремонт одного дворика потратили больше 300 тысяч гривен, и это не предел возможностей городского головы. Костусев заявил, что еще больше затрат и усилий уходит на развитие парка Шевченко. Видимо, подстанция Морозливская является одним из объектов благоустройства зеленой зоны. В дальнейшем Костусев обещал пройтись и по другим дворикам. Остается надеяться, что зеленая реставрационная сетка, годами украшающая исторические памятники города, в скором времени не появится на фасадах всех домов, в которые заходит мэр. Дмитрий Долматов, Олег Шпак, Новая Одесса.